Вы знаете, это тяжело сегодня ответить, будет им лучше или нет. Привели же примеры, что там поляки или какие-то венгры, или кто там вошли, и сегодня все равно там чувствуют себя третьей страной. И они также будут себя третьей страной чувствовать, наверное, если их это устраивает. Понимаете, народ же до конца не понимает, они им дай визы бесплатно, что это без, чтобы безвизовое было, чтобы они могли ехать, и они думают, что они уже в Европе. На самом деле это не совсем не так, понимаете, да? Могу остановить, да?